Здравствуйте, меня зовут Амилия Тихонова, мне 11 лет, я живу в Финляндии, город Турку, и участвую в молодежной организации «Альбатрос», тем самым рассказываю стихотворение Маршака «Мальчик из села Поповки». Среди сугробов и воронок в селе, разрушенном дотла, стоит, зажмурившись ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломок печки и трубы. И это все, что уцелело от прежней жизни и зубы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избу его спалили, угнали маму со двора. И в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в Поповке, и за ребенка на снегу.